Вениамин Карл, здравствуйте. Здравствуйте. Музыкальный критик канала «Музыкальные дрязги». Извините, что отвлекаю, но вы как профессионал, правдоруб, что бы вы могли сказать сегодня о современных певцах? О, вы знаете, я юлить не буду. И буду называть вещи своими именами, невзирая. Ведь сегодня нету, извините, никакого терпежу терпеть отдельные отдельности в плане пивунов и подпевал, невзирая на взираемое, с припевалами. Да и запевал тоже ведь перепевая перепетое и выпивая спетое до того, как оно выхолащивается, когда так обычно является искомым от ожидаемого, да нельзя. Хотя абстрагируясь от неуменяемого, если когда-то и куда, то всяко так тому и быть. Спасибо вам большое. Ну, хоть кто-то не боится говорить правду. До свидания. До свидания.